В Мирном продолжается турнир по хоккею на Кубок Владислава Третьяка. Между основными играми для ребят организовали мастер-классы. Их провел олимпийский чемпион, знаменитый тренер Вячеслав Буцаев. Подробнее расскажет моя коллега Злата Курбанова. На третий день у ребят был выходной, но команды решили не расслабляться. И с самого утра все были на льду. Мастер-класс для юных хоккеистов показал олимпийский чемпион, знаменитый тренер Вячеслав Буцаев. Радует тем, что в этом городе уделяется очень много социальным программам, таким как воспитание подрастающего поколения, где есть, чтобы детям, где дети могли бы заниматься спортом. Наверняка не только есть спорт, наверняка есть какие-то художественные кружки. Поэтому мы приехали сюда для того, чтобы, так скажем, не обрывать связь поколений именно в нашем виде спорта. И поэтому всегда с радостью откликаемся на такие предложения. Сначала состоялась разминка, затем Вячеслав Буцаев продемонстрировал несколько упражнений. Их они смогут использовать в последующих соревнованиях. Показал, как правильно работать в нападении и защите, и настраиваться на предстоящую игру. Для ребятишек это будет незабываемый опыт, то есть они много полезного для себя подчеркнут, как для игроков, как для тактики, для их на площадке. Разборки тактики, упражнения на нападение и защиту, ведение игры – все эти упражнения ребята выполняли с особой старательностью. У кого-то получилось сразу, некоторым пришлось повторить несколько раз. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Перспективы есть у каждого ребенка. Самое главное – любить этот вид спорта, трудиться и идти к своей цели. После нескольких часов занятий Вячеслава поджидали юные болельщики хоккея. Он с большим удовольствием приветствовал их и раздал свои автографы. Злата Курбанова, Роман Ларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».